В День пожилого человека для жителей поселка Барвиха был организован праздничный концерт «Тепло наших сердец». Перед началом концерта зрители поприветствовали одинцовские единороссы. Как подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова, мероприятие было организовано с учетом всех антивирусных мер. В этом году наши пенсионеры тоже планировали масштабное торжество, но возвращение ограничительных мер для пожилых людей внесло свои коррективы. Поэтому сейчас единственный выход – проводить подобные мини-концерты, которые мы рады поддержать в рамках нашего проекта «Старшее поколение», подчеркнула Лариса Викторовна.